Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня у нас обзор на маховое удилище от компании Maximus, называется Sorcerer. Значит, палочки выпускаются в длинах 4, 5, 6 метров. В принципе, в России не особо сильно известны. Какие плюсы? Здесь написано на комле, что дизайн и разработка Корея. Зная завод NS, это действительно так. То есть даже лаковые, абсолютно пролаченные, качественные коленцы, это, скажем так, один из больших плюсов этого удилища. То есть кто хочет действительно отполированное лаковое колено, как заводы NS Корея, то, соответственно, это вот ваша серия. Плюс второй у нее – это мощность и надежность. Соответственно, удилища абсолютно универсальны, подойдут для ловли карпа, крупной рыбы, там, где, скажем так, никакой спортивной направленности не требуется, деликатности не нужно. Ну, это вот оно. Значит, комплектуется удилище, вот такая вот пробочка здесь, пластик вместе с резиной, комплектуется полом, хлыстом, достаточно длинным и, кстати говоря, тоже пролаченным, очень симпатичный такой гладенький хлыстик. Диаметр коннектора здесь 1.5 мм, я советую коннектор Stonefa Italia брать у нас, они будут служить вам вечно. Значит, по дизайну, ну вот как вы видите, вот действительно дизайн красивый, такой неброский и достаточно солидный. Значит, колено, сейчас вам покажу, колено усилены. Вот такая вот пробочка закрывает. Соответственно, колено можно менять. Если вдруг случайно наступили, сломали, не торопитесь, скажем, отчаиваться, звоните нам. Только в том случае, если вы у нас это удилище купили, вы сможете получить в период акции 2 запчасти в год. То есть 2 колена в год совершенно бесплатно вы можете получить. Большая к вам просьба под видео, если хотите поблагодарить меня как-то за видео, нажимаете пальчик вверх и на кнопочку подписаться нажимаете. Значит, я сразу за кадром измерил их, кому нужно. Значит, 4 метра вес 180 грамм, 5 метров 270 грамм, 6 метров 390 грамм. У меня здесь шпаргалочка, транспортная длина одинаковая 120 у всех. И диаметр комля вместе хвата у четверки 20, у пятерки 25, у шестерки 28. Ну, сами понимаете, веса не слабые, да, серьезные. Два плюса я перечислил в этих удилищах, ну, минус, соответственно, это вес. Минус – это достаточно толстый диаметр колен, но это критично на длинных удилищах, когда вы делаете замах, пробиваете ветер, когда у вас там 8-9 метров и так далее. Здесь, как вы видите, шестерка максимально, поэтому ну, не будете вы в такой ветер ловить, чтобы это как-то сказалось, потому что мощь палки все-таки дает, в общем-то, гарантию надежности. Давайте сейчас раскладываем и смотрим строй. Итак, уважаемые друзья, разложили, значит, скажу сразу фактическую длину. Минус 6 сантиметров практически у каждой длины вот заявленной. Значит, в руках у меня четверочка. Смотрите, ну, приятная палка, чувствуется прям вот совсем мощь. То есть карп, это вот его стихия. Давайте нагружаем. Смотрите, ну, немного похоже на Rebel серию, да, но она еще даже мягче, чем Rebel. Rebel все-таки более быстрый строй, имеет более жесткая палочка. Ну, здесь, да, средний строй. Да, значит, мы нагружаем. Вот, смотрите, вторую руку упираю, вот со всей силы, видите. Ну, абсолютно средний строй. То есть палочки среднего строя, бюджетные, универсальные для тех людей, которым нужно, в общем-то, одна удочка на все случаи жизни, и он готов пожертвовать весом в угоду универсальности. Вот видите, как она работает. Это уже, да, шлангует. Ну, как бы относительно приемлемо, что он будет. Нагружаем, ну, то же самое по строю, как вы видите.
Итак, друзья, посмотрели. Ну, как вы видите, строй не могу сказать, что прям маховый, но, тем не менее, как я и сказал раньше, достоинство – это мощь, надежность, в общем-то, универсальность. И качество, да, качество исполнения. Забыл сказать по углю. Здесь не указывает производитель конкретно уголь, но, по моим ощущениям, это 24-30 тонн. Значит, не больше 30, скорее всего, 24. Комплектуется удилище вот таким вот мягеньким чехольчиком. В принципе, хлопчатобумажный чехол, максимально недорогой. Ну, в общем-то, он служит как транспортировочный, не более того. Значит, что хочу сказать, еще раз повторить. Заказывайте мультифиш удилище. У нас две запчасти в год бесплатно. Никто такие акции не проводит, а мы уже проводим 2,5 года. Рано или поздно, конечно, они закончатся, но, тем не менее, вы будете подстрахованы в период действия акции, сможете получить две запчасти в год, плюс бессрочная гарантия на заводской брак. И условия читайте на сайте, в программе лояльности. Я скажу сейчас вам, в общем-то, два условия основных. Это покупка у нас и подписка на соцсети. Поэтому нажимайте обязательно под видео пальчик вверх и кнопочку подписаться. Всего вам доброго и до новых встреч!